Изабелла Кресты. Рота давать не ну? Давайте быстренько бафы. И пойдем бить трэш, верно. Вары кричите на хп, не забывай. Еще раз повторяю, танки это будет бисты по клаусу. Остальные в ДД там. Надо подождать. Кто-то спрашивает. Алдеран-то тут. Вот мы и на месте. То, что произойдет здесь, пойдет в легенды. Неважно, каким будет исход. При истории мы будем героями, сражавшимися за свободу и... Экзорсиза, у тебя нету демона, да? Помните, герои. Есть, но я им пару лет не играл уже. Ладно, ничего страшного. Давайте не падать на трэш и быстренько убиваем. Слух трона нужно отворачивать, сбивать хастом по возможности. Под мордой не стоять. Вырвать агро. Не будете фокашить, будет достаточно ДПС для того, чтобы трэш достаточно быстро сносить. Никто не будет падать. Не фокашьте, пожалуйста, экзорциста. Что ты умрешь, а плеть будет разбита. Стоим, ждем. Подождите, пока танки наберут агро, развернут слуг. Не лезьте там под морг. На пули им наводь бийца. Тасты сбивайте, там слуг троном по Не сагрите только трэш справа. Под стеночкой бежим за звездой, вот тут становимся, оттуда бьем. Слугу трона заберите вот эту печень. Сагрили. Это хан был, кто-то сагрил волком. Да, мобом, волком. Короче, можно падать. Всех на агре. И мобов, и стража. Большого. Давайте упадем, не хильте, давайте быстрее упадем, не будем время тратить, падайте. Быстрее падайте, вставайте, бегите. Чей был пэт? Ты видел, волк побежал, чей-то пэт. Да, кого-то из хантов. Уберите вообще с атаки своих пэтов, пусть они там на пассиве стоят. Только с... Я вот, да, я только сказал, что не агрили этих, волки эти побежали. Но я заметил только ханта, какой-то волк. Не успел посмотреть, чей. Ханта, волк, точно. Только я точно тоже не заметил. Здесь не нужно на трэше вообще там пэтов юзать. А то они у вас не контролируются, вы не можете их контролить нормально. Не вас бегают, где попал. Кстати, да, просто. Пойдем. Много трэша с агрили. Во всех сторон. Встаем, бежим быстрее. По левой стороне не забудьте, мы по левой стороне трэш чистим. Мир тебе, друг. Агри трэш, есть танки? Подмор. Не агрить.
кого больше. Кто этого стража? Зар. Роги, вары, по очереди, Лизар, давайте. Смотрите, чтобы у него оружия в руках не было. Одна секунда. Пойди, Зар. Потом вары. Вары, давайте не так. А, ну даже три роги. Добегайте, кто там еще? Мы уже бьем стража, вы еще бежите. Перина. А, да, да, секунду, я здесь. Становимся в звездочку, вот здесь в углу. Оставьте все на пассив, никого не агрите. Ставлю рыбу. Возле звезды слева рыба. Ешьте, ждем остальных, даем баф. Бьем краш дальше. Их тоже нету, да? Отпивайте ману, давай бафы быстренько, давайте. Филипец пока ушел, не ждите его. Лапу крестобаф дайте. И раздавайте каски, кулаки, кресты. Там пусть набирает агро, просто хильте его. И там геньте ману и бейте краш. Слик он вставлен. Кокон тут бейте, ребят. Подойти ближе к мелизоне, чтобы коконы проще разбивали. Нужно ставить на максимальный рынок. 30 метров коконы разбивали. Главное стоять за спиной и под морду. Все. В мелизоне там за спиной мелизоны стали и все. Великие развернулись, разбили коконы. Подождите, пока развернет он стража. Давайте, роги, дизар. Следующий я дам дизар. Подожди. Луктрона отверните. Давайте второго стража тоже убьем. Пишите там в арканы, как успеет ролик. Все должны быть забафаны уже. Так, ставлю на себя луки. Там, там дайте баф. Вот бис МТ, поклонская алтан. Три хила у нас, змей сиздится. Берите там со стола,
Открывайте ману, рыба справа стоит. Сразу предупреждаю. Если кто-то будет пулить босса без команды, я это замечу, я даю сразу ГП. Неважно кто и почему. Если я не сказал пулить босса, сделали ГП. Вы покажете без предупреждения перед пулом босса. ГП. МП5 туда я. После того, как бэрит человека, поднимает его, вы должны слышать врага, что я говорю бэрит того-то. Вы смотрите, когда его бэрит, и сразу даете баф. Если вы даете какой-то баф рейду, обновляете баф. Не даете бэр вовремя, ГП. Чек на пол. Вы просто слушайте то, что я говорю, и все будет хорошо. Уверенно готов? Лапу дайте, дайте лапу. Нет, лапу не готов. Все, готов? Да-да. Начинай, бой. МП5 филипсу дайте. Под мордой не стойте там. Том шик там, но пропали что? Идите из лун. Танки разбегайтесь в разные стороны. Можете все бить босса просто из лужи, выходите за радиус. Он сначала пускает такие языки пламени, перед тем как лужу разбить. Можно посмотреть, куда он их будет бить. Какая-то главная? Лужи вы... Из лужи вышли. Шипы бейте. Шипы бейте. Ты шипов мало. Далее. Дальше идите, поднимайте рогу, дайте бафы ему. Кольцо нужно на хила. На оф кому-то. Это боешка не ролик? Да, ну ролики все туда. Квест. Блин, ну хила бы мне дать, ребят, вообще круто было бы. Как настроение? Там двое, по-моему, стоять. Да, Леон, Леон и Экзорсист. Кидайте его еще. Да. Вы понимаете, Далее. Слепоты, вам удалось сквозь пелену лжи разглядеть... Прикольно, такое колечко, конечно, блин, Леон. Палец метку всему нужен, по-моему. Дух, стой, выключи, Хант. Да, я вижу. Кольчужная голова. Куку, Вася, не обязательно со мной стоять, пока я лут раздаю. Ты должен идти и хилить рейд. Он рейд, он дохнет, а ты стоишь там. Блин, я понимаю, вот кольцо отдали просто пода. Ничего страшного. Ну кому-то оно тоже нужно. Без кольца можно прожить в обычке. Так, я не видел, почему умерли. Может, расскажете?
Почему вы время тянет? Взорвались. Тут обновы же были. Хилы, АФК, шату, ребра. Да нет, мы взорвались с ваншотом 58к. Давайте бегите сами. Сколько у вас РС-ы все? Сколько команды хватит? Ну что ты делаешь, блин? Куку Вася, еще раз тебя предупреждаю, больше так не делай. Я раздаю лут, весь рейд бежит бить трэш, я так сказал. Ты стоишь, ты должен хилить рейд идти вперед, а ты стоишь, что-то там рассматриваешь в боссе. И так он лут и так раздам без тебя. Понял. Пресс этих всех, кого можно. Есть у кого-то? А, кто здесь? Равно кого будем делать? Я от доброго вечера. Можно попробовать. Чё там за одного? Ну типа там ваншоты, того 58 пик, да? А это кто-то, какой-то конкретный моб? Ну, можно просто вызвать трэш сейчас здесь и мысленно залить. Потом он там на трэш падает. Леон, селдвейлер. Где вы там? Почему вы так долго бежите? Давайте на точечный бафер давайте. Просто нужно прожаться танком и быстренько залить его. Фантам хорошо на пули будет. Все, все здесь, давайте мазбафы. Лапу крестобаф дайте. Крик на хп, точечный баф половину дайте, и все, и погнали. Все, хильте танка усилили. Наберите, сагрите, вы знаешь, хильте танка усиленно. Прожмитесь там сразу. Филики не подходите вообще. ОБД, залейте, даже ханты на пульте, и по-нормально. Все получится. Одно главное, держите. Я же сказал миликам не подходить. Зачем вы это делаете? Пар, беги, пока. Так. Да вы пачку агрите. Беги, варг, рога, бегите пока, не ждите пока вас срезаем. Но пока трэш убьем, вы уже прибежите. Просто дадим бомбар и начнем. Хильте сильно там, на пол, дай хапку. Милики, не подходите туда. Я же сказал, не подходите. Хокер вообще, да? Но... блядь, ты что тупые, что ли? Видит. Говорят, убивает, все равно идут, блядь. Тише, 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 тише. Твой 140 хп, о. Вот там все прожал, наверное. Сейчас можете каплю дать. Я же вроде нормально слышно, когда я говорю, что милики туда не бегите. Зачем вы это делаете? Поднимайте. Одно сам встал. Добивает. Они просто кливом бьют вот эти вот зелеными топорами по 30 тысяч. Ну я просто не в курсе обновы, и там говорят, что сильно бьют, я не знаю, кто и чем.
Поклонска, выйди. Агрик. Обновите бафы по тем, кто падал на трэш, уже поручка, там мельки, всякие вары. Обновите бафы по лабину, точно дайте мазбаф. Давайте сейчас будем гулить босса. Войд будет слева танчить трэш. Поклонский протопал справа. Там насчет квеста тут типсы над ним, короче, да, его надо захиливать вроде. Да. Выйдет этот Дарнован, кто-то из ДК, давай там, кто там по. Повнимательнее. Кто может ДК там подержать? Вы Дарнована вытащите и подержите тебя на ступеньках там, типа. Ну или можете просто там жабу кинуть его в маги. Дарнован, давай ты подержишь. Ты только не бей его, а просто там сагришь, что-то подержишь его. Нет. Отдельно, чтобы его просто не убили, от трейда отведешь его. Чек на фул. Переводить босса будем, когда я скажу. Вы смеете вступать в эти священные покои? Кого отфулил босса? Берился, спойлил босс? Не знаю, что спойлил, чтобы на меня не подумали, что спойлер сразу начнем. Бейте трэш. Трэш бейте. Били с одной стороны, бейте с другой. Дарнована не бейте. Ой, ты спойлил босс? Нет. Видео записываешь? Сзади трэш. Я в таргете не держал и не видел. На рейд смотрел. Там один. Следователя, добейте там последователя, РПД, возле вас стоит. На переходке на кого напули? Войд первый может. Босс. Войд, да. Давайте сейчас трэш убьем. Убьем трэш, потом переведем босс. Карнавал не трогай. Эти фанатик. Печеньку не трогай. Переводите босс. Вводишь потихоньку. Вводишь из гужи, выходишь от духов. Все, больше босса не трогай. Лишний раз. На пул, на Войда. Из лужи выходим. Выводи в центр, набирайте рейндж. Потихоньку, иди, набирайте рейндж. По всей комнате. Контрольте рогу. Духи вышли, в мелизоне духи, отойдите от духов. Учитесь, ловитесь. Ходите в лужу. Лужи выходим. Костры сбивайте. Босс. Товара там не убейте. Чи появились, смотрим, где духи, внимательно, убегаем их. Выведи босса из лужи. Из лужи выходим за босса. Смотрим духи, появились духи, один в мелизоне появился. Духи появились. После ступенек два в мелизону один идет, два в мелизону идет. Уводи. Убивайте босса. На все
воля господина. Идите бить трэш, не стойте здесь. Хилы, хильте, рейд. Плечо кожаное с хостой нужно кому-то? На мейн. На оф, может, нужно кому-то? Типа получше, может, один. Не белу. Можешь идти. Лоб нужен? Спасибо. Каба, чё за стоит? Что? Я тебя дал лук. Нет? Ну. А, сори, я тебе не дал лука дал. Да. Не спи. Там кто вниз прошел насчет рейда недавно? Ой, ты что тут бегаешь? Квест давал? Вы сдали квест же? Мы же сделали квест. Здесь. Вы сдали. После рейда сдадите. Если вы не забыли. Надо подождать. Не, так нельзя. Ты... Нельзя роли сначала на одну, для один спех, потом на другой. Ты специально пишешь перед рейдом, выбираешь, на какой спид ролишь, и ролишь весь рейд на него. Это для этого специально мы и пишем заранее. Нельзя ролить сначала на один, потом на другой. Ты его кикнул, что ли? Не, он шел. Английский лох. Берите ранц. Так, сейчас, подождите, что-то я пожму. Зуленька, ты не хочешь нам в гильдию вступить в паладина? Ты, наверное, там ответила что-то в чате, я не вижу, да? Запускали? Нет? А. Все, запускаю. Спасибо, что подождал. Воспряньте, сыны и дочери Орды! Сегодня... Ну, так аж... Я аж просто прилогался. Что ты ответил? Ты там заведешь, да, половину гильдии? Взлетаем! Да, хорошо.
Пиши там, оправдывайся, отмазывайся. Напишешь потом, я тебя возьму. А у мага можешь оставить, паладин. Более нам нужен, чем маг. Мага со мной? Я не рейдил вчера ничего. Не, ошиблась. Я вчера не играл вообще. Ну, я заходил в игру, но я не рейдил. Да, с кем-то путаешь. Я не рейдил вчера. Я вчера в Олега. На ту сторону летим. Здесь посмотрю в рекаунт, если кто-то не покажет на этом боссе и бьет, когда не ВП. Что так мало, я не вижу вообще, что было. 3000 урона, это что за урон? Да, ну давайте без обмана. Может, для стараться, конечно, на этом боссе, но бить надо, это время. Плохо, когда 5 человек покажут, а остальные 5 потеряют там колдуна этого бьют. Ты врага, Саня. ДК там остался, блин. Ну, он полетел пораньше, думал. Слишком далеко. Ой, я тут мобов бью, да. Сапчик. Пускайте только босс. Сейчас буду смотреть, кто подходит. Сурку. Сейчас дадим, не запускайте босса. Вижу, кто запустил, да, сразу нападай. Отойдите все от сурка. Уйдите от сурфанга, идите все в центр. Жопоручка, ты слышишь меня? Ай, фриз, уйдите все от меня. Кафти шкаф, пожалуйста, лок. Энгарсин, спасай шкаф. Да, у меня он что-то ногами перебирает, короче, не знаю, в воздухе. Может, сумануть получится, а то я не сдох. Осколок кому? Даринон тебе, да? Спина нужна, осколок? Паладин, хаты. Фуль, кому идет? Алдеран на хатару, он же, да? Не сумонится. Ну, фуриком идет, но играть через фурик. Плечо лад на танк. Я тебе отдал. На тебе. Кольцо нужно кому-то уже? Алдерана, дай же по ручке кольцо, которое я дал тебе. Тебе что, врата упали вниз? Поставьте шкаф, есть шкаф? Сумоньте там, кто там не может сумонить. Кто опять ему из рейда? Ну, киплю сунул. А что ты делал? Да, забавился там в воздухе.
Алдеран, спекнись в сову. Зачем ты вообще в Вардру сейчас? Я не понимаю. Мы три хила шли. Нам четвертый нужен будет только там. На Валике. Ты вообще иди в сове постоянно. Тимон. Не, ты невнимательно слушаешь. Ну, я сказал сначала Вардру, да, когда я собирал рейд, потом, когда я его собрал, я перед Убром сказал, что у нас пятая пати, хилы, остальные в ДД. Баф эти Эми, Магас, четвертый круг, эти. Дайте баф и все. Все, я запускаю сурка, у нас будет еще больше минуты. Будьте на чеку. Мама стоит. Чините. Присоединись ко мне, отец. Перейди на мою сторону, и вместе мы разрушим этот мир во имя плети и во славу короля Лича. Раскидайте паладина баф, пожалуйста. Алло. Я здесь, чтобы забрать его тело. Изабелла дает кресты. Кисуленька, кулаки, поклонская каска. Раздайте бафы по рейду, тому что не хватает. Не жалейте рейдов, просто еще раз обновите на всякий случай. Все, и будьте спокойны. Мы назвали его Дранош. На орочем это значит сердце Дренора. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности в Городаре под защитой старейшин. Я пообещал его матери, когда... Даринону кулак дайте. Пройду через темный... Даринон, ДК с первой группы. Умер бы я или выжил... Кулак дайте по магам. И чист. Сегодня я исполнил... Все равно давай, пофиг. Кулак по магам для того, чтобы по этой были забавы. Если ты не знаешь. 9 секунд до боя. На пул на Войда. Все, кто в Фредди там вагонит, там мало дамажит. Это же не конечно обязательно вообще. О, вы наш пункт для пинка, а вы для пинкэш. Три секунды до трэш. Мерки хильте пока хватит. Куда бей? Мага Шадомор на хильте, хорошо. Давайте это без оскорблений. Вот так. Спокойно. Нормально, общайтесь. Больше что-то сказать, может нормально это. Дайте мастан там и добивайте сурката между двух лям. Добивайте сурка, босс. Не стоит из-за того, что тебе не дали кулак, так агрессия сильно. Это не
настолько важно, чтобы ты так начинал орать. Роль тебе волен. В Награнде, рядом с матерью и предками. Хорош. Защитника. Воин, охотник, шаман. Покорителя. Разбойник ДК командует. Вот, открыл портал. А кому? А, Саял, да? 80. Отдай Саялу. Даринон, давай, ты будешь нормально общаться, даже если тебе не дали кулак. Да, она может не права, не стоит так писать оскорбления такие в ее сторону. Можешь сказать мне, и все, я ей скажу ей дать кулак, и сам проверю. Здесь, пожалуйста, стойте, не бегайте, потому что иллюзия от бега кастует. Печеньку точечно бьем. Петим, в первую очередь. Да не идти так далеко, хват. Потом в центр. Давайте, за звездой пошли. Вот, агент вторую вальку. Потом на чумку пойдем. Не АФКшки, я буду смотреть, кто сейчас АФКшек будет. Нана там где-то справа Валя летает. Становимся кучным. Все в первую очередь бьем Валя точечно. Максимальный урон Вали. Потом зальем Масуха и страшно. На самом деле, вот я сейчас смотрю, я не вижу кулака на Дарину. Даже не через Адона, просто вот взял его в таргет. Дарину. На нем нет кулака. Я не знаю, может у тебя там что-то багается, Адон, или не... куда ты там смотришь. Надо подождать. Ну, может и бафала, но сейчас его нет. Там вот немножко. Тут на боссе дымится. У меня есть седон, который показывает, на ком нет бафа. Кулака нет. На... Если брать тех, на ком должен быть кулак, нету на роге с второй группы. Вот этот Blind, он дэд. Им нет кулака. Поможет мне подтвердить. Я понимаю, ты все правильно делаешь. Просто нужно быть умнее и правильно отвечать. Тело тебя оскорбляет, не нужно ему кем-нибудь. Нормально ему объясни и все. Да, дайте 8. Если помнить 8, дайте 8. По стан дали 8, все, заливаем по 8. Потерять. Поэтому всегда побольше рейгл покупать, не жалейте, просто просто возьмите и обновите там еще раз. Все носите, и все, туда никто не будет на вас жаловаться. Бежим дальше. Не АФКшки. Рога Blind for Dead и тут. Подойти поближе.
Иди сюда, большого. А ты пропускал, да? Мизантроф, который, да? Трайди. Следует ничего. Пока не бог, да, там смешно вспомнил. А это порога. Тащи сюда, исследуй. Так, а притяните исследователя справа. Нет, как печеньку на него поставлю. Притяните его сюда. Ну, кровь в одни руки я дам. Кому нужно, будет ролик. Кто заберет первую, тот не будет. Ну что, не спелите, нет, да? Спелите слизняков. Мать их или пса. Надо было забирать собаку, ладно. Идите тогда, мстители, свежеватели вот этих. Бейте. Стяните сверху, ДК, есть у кого-то притяж? Направо кто-то сбегает, ладно, я сбегаю. Ожидайте ловушку, сейчас сживать. Еще две было. А все уже. А, две было. И туда слева собаку сейчас забирает. Побежали налево, со звездой побежали. Здесь станет его белый. Видите, там справа собака будет, и мы сами забежали. Леон, почему ты сокрашишь? Ты там справа по собаке. Поднимайте рейд, покупай. Все, добивайте вонючки, поднимайте парш. Изабелла Ландерана, бросите. Пойдемте направо, агритрэш. Сейчас получите! Ну, может, мы могли бы не обновлять бафы, потому что их все равно не подняли. Почему вы не рестлите Изабеллу Ландерана? Ну это старая ошибка. Фу, правильно. Правильно эти цели делаешь, надо будет. Надо будешь делать все правильно, но тебя никто не будет в этот план. Будет, они будут сразу очевидно не прав. Убивайте собаку и обновляйте бафы точечно по тому, кто падал. Изабелла, Альдеран падали, обновите по ним бафы. Ну, вообще нужно паладинам устанавливать аддон, который показывает, сколько там минут, чего ты даешь, остается на рейде, и обновлять их сразу перед пулом еще. И ты видишь, что на ком-то мало осталось. Добавляйте бафы, обновляйте. Маги им туда идти.
чех на пол. Фога куда-то вылетел, походу. Дайте каску, пристава. Поклонский, дай каску, Алдеран, он же падал на крышу. Изивой готов? Я же сказал, привыкайте бафать сразу рейд, только кто-то падает, его ресает. Каску и с фризом ДК дайте из второй группы каску. Изабелла, ты кресты раздаешь? Изабелла тут? Каску дайте Изабелле. Поклонский, ты тут? Мы вдвоем, вот два паладина не принимают. Почему так сложно? Элементарно, просто бафы, бля. Почему так сложно? Я не знаю. Дайте каску человеку. Паладинов качайте, поймете тогда. У меня был паладин, да с этим не было проблем никаких. Смотри, он год давал ей каску. Все, каски вижу. Он за тормоз играет, поэтому. Алдеран готов? То, начинаю. Бой. Бой, начинаю. Да не беги, просто стой здесь, зачем ты хочешь, чтобы не лежал? Сразу не помогайте, не напрягайте хилов. Не надо намеренно следить, сходить. Пусть они там стоят, а там же такие стоят. Малого можешь не вести к большому фану. Пусть на тебе там висит. За спину перебегай. Можешь бабу поражать. Большой в мелизоне. Успевайте, босс. Все, идите на тухлика, я пока лут раздам. Травма нужна кому-то? Но есть и отличные новости. Он оставил море слизи. Плечо кольчужина с хвостом. Ого, да я поэт. Потрясающе! Друг, ладно. На оф тебя на танка. Кровь нужна кому?
Могли бы поставить шкаф, меня принесли. Проиграл в один косарик, да. Ну ты долго ролил, значит, я уже отдал другому. Спасибо за сумму, когда я уже почти добежал. А вроде никто не падал, чек на пол. Станьте сразу там в РНЖ, в РДД. Идите в разные стороны. Начинай, вот. Одну зеленую зону, а одну туда, вот там, где и стоит. Там, где подрать. Минимум 2 стака должно быть. Дебафу. Печеньку сносите там. Пор. У кого нет второго стака хотя бы, ловите стаки обязательно. 5 секунд для тегмин. Готовьтесь нажиматься. Какой товар даже для слоя прожил, ничего себе. Бегите на проф, оставьте там шкаф, я пока лут раздам. Кто забрал проф? Вар, да? Ноги кожаные с меткостью. Чувствую. На ох, нужно кому-то? Пояс тканевый, с духом. На ох. Кольчужное плечо. На ох. А, то выходя на шкаф, наверное, да? Ладно, я сам прибегу. Эрел, мне пора идти, к сожалению. Это шаман, да? Как у вас? Да, я говорил час. Хорошо. Спасибо. Сделай там ТП куда-то, до лавара. Нарка есть еще кто желает?
Гали это полагает. Щит ПМ Актул Гали может шаманом. А она тебе в ПМ пишет? Написала, ну. С шаманом, блин. Это кто был? Ну это пока не бог, который лохнулся, он еще перед чумкой. Будешь добирать сейчас? Да, есть два слота. Один слот есть.